Вероника Кузьмина стала очередным обладателем бесплатных билетов от стерлитамакского телевидения. Она отправится на концерт Надежды Кадышевой, который состоится 28 июля в городском дворце культуры. По условиям конкурса в комментариях к специальному посту в группе СТВ ВКонтакте участники оставляли куплеты песен ансамбля «Золотое кольцо». Мы получили больше 230 комментариев. Пригласительные билеты достались Веронике. Именно она написала последний пост ко времени определения победителя. Решила пытать свое счастье. Борьба была жесткая, долгая. Долго искала песни. Были популярные, также и менее популярные песни. У меня мама является поклонницей, поэтому эти билетики я хотела бы подарить ей. Благодарим за активность всех участников. Отчет о концерте Надежды Кадышевой смотрите в одном из следующих выпусков передачи «Музон» на стерлитамакском телевидении.